социальный фильм, как его снять, есть ли шансы, что он получится хорошо, и по каким причинам он может получиться плохо. Мы можем все это сегодня обсуждать, вы можете задавать любые вопросы, даже если они вам кажутся глупыми. Не бойтесь, потому что это ощущение собственной глупости иногда нам препятствует очень, чтобы сделать что-то новое, да, и прорваться в какие-то другие совершенно сферы. Поэтому я лично готова сегодня ко всему, даже что вы будете меня перебивать, ничего страшного в этом нет. Зрители в онлайн-трансляции, хочу предупредить, что там сбоку, так мне сказали, есть чат, в который вы можете что-то по ходу написать, какой-то острый вопрос, который у вас созрел. И у нас есть вот в зале Мария, которая этот вопрос сможет озвучить, передать. И, в общем, мы постараемся на него ответить. Что я хочу сказать, что сейчас вот этот вот жанр социального фильма, он какой-то очень востребованный, и у зрителей востребованный. И я уже дала несколько мастер-классов на эту тему, причем в других городах и на каких-то фестивалях вроде Арт Тавриды. Что это означает, да? Что формат этот настолько, с одной стороны, доступный, да? Потому что мы можем, любой человек, имеющий даже камеру на телефоне, может снять, если у него что-то идет от души, по-настоящему болит, он может снять тот ролик, да, который будет через интернет доступен всем, найдет какой-то отклик, можно послать на фестивале, который вот, в частности, сейчас есть фестиваль «Ты не один», который будет проходить в апреле, на него уже прислано огромное количество этих социальных роликов, будет отбирать компетентное жюри, это будет потом финал проходить на киностудии «Ленфильм» в большом зале, это будут смотреть зрители в прямой трансляции в том числе. Во-первых, меня зовут Анастасия Бар, я не представилась, простите. Я актриса, кинорежиссер, и вот уже 2 года я веду фестиваль «Ты не один», являюсь его ведущей, и участвую в отборе первичном, и потом уже, когда члены жюри свои заседания, да, какое-то осуществляют, я посредник и стою всегда на стороне творцов, то есть я рассказываю, кто прислал, показываю анкету, говорю, кто этот человек, есть ли у него профессиональное образование или его нет, потому что это очень важно, да, подготовить сначала к восприятию. И любой профессионал, непрофессионал, даже ребенок может прислать работу на конкурс, и оцениваться она будет именно с позиции того, кто этот человек, да, то есть профессионалы должны соревноваться с профессионалами, непрофессионалы с непрофессионалами, детки с детьми. И это тоже должно вас немножко раскрепостить в этом смысле, то есть не будет какой-то неравной борьбы. Что мы будем делать сегодня? Сегодня мы посмотрим несколько роликов заготовлено, которые будут так называемые нести на себе, пробегайте, которые будут нести в себе образ хороший, да, какую-то законченную драматургию, мысль, которую удалось донести творцу, и ролики с ошибками. И я очень жду от вас, что мы будем разбирать это вместе, от вас будет обратная связь. И тут я хочу вам сразу сказать, что в социальном ролике очень легко быть специалистом. И каждый из вас, каждый из зрителей онлайн специалист в том, чтобы судить о том, получился социальный ролик или нет. И почему? Потому что он снимается для зрителей в первую очередь. И закон самый первый социального ролика, что он должен быть очень прозрачный, доходчивый. Ваша мысль должна быть абсолютно ясна. То есть никакого сверх-артхауса, когда ты художник, ты так видишь, принес это зрителю, тебе вообще не важно, как считают это, не для социального ролика. То есть первый закон социального ролика, что вы все-таки разговариваете со зрителем. И должно быть это максимально для зрителя понятным. Поэтому сегодня я вас призываю быть очень активными, из зала задавать любые вопросы, говорить о своем суждении. Я буду сама задавать вам вопросы и очень надеюсь на вашу обратную связь. И тогда вы сможете почувствовать очень-очень четко для себя, что для вас, до вас доходит, да? Что автору удалось, что не удалось. И, как правило, эти ошибки, да, которые, ну, как сказать, здесь, они очень типичные, и увидев их, вам удастся их почти на 100% потом избежать, потому что авторы все равно
нарывается на одни и те же вещи. Вот. И что хочется сказать, что второе, что нужно обязательно помнить, что если у вас нос холодноватый, и вы к этой проблеме так себе горите, а просто вам хочется поучаствовать, ну как-то, знаете, вот просто попробовать, очень велик риск, что это не получится, потому что для того, чтобы снять хороший социальный ролик, придумать какой-то яркий образ, у вас должно настолько где-то болеть за эту проблему, что-то должно быть настолько вас за душу щипать, что это будет и ваше воображение, и все ваши ощущения, которые главные, да, для режиссера, что самое важное, чтобы у него была вся вот эта нервная система очень-очень разбужена, чтобы он был такой сверхчувствительный аппарат, настроенный на мир, на людей, да, потому что это такой очень важный разговор. Мы социальным роликом делаем мир лучше, то есть это наш способ, но кино же это очень мощный инструмент, и мы все об этом знаем. Иногда можно после хорошего фильма выйти, и у нас что-то внутри поменяется, даже если мы, может быть, сами это сначала не осознаем. Но хорошее кино может перевернуть наше мировоззрение, дать нам какую-то совершенно другую картину мира и, соответственно, поменять наше поведение в этой жизни. А что может быть важнее? Меняете поведение, меняется вообще вся жизнь. А для этого нужны какие-то вот эти установки в голове, да, чтобы они раз и стали другими. И по идее вы как творцы, как режиссеры должны снять такое кино, которое вдруг попадет в сердце зрителю и заставит, или в ум, может быть, да, у кого у всех разные активные зрители, зоны, еще есть некоторые зоны, да, и он должен настолько внутри потрястись, может быть шокированным, может быть расчувствованным и умиленным, или стать добрее, разные есть пути, да, разные художественные средства, чтобы вдруг взять и измениться в лучшую сторону. Потому что кино — это очень острое оружие, я уже сейчас не помню точную цитату, но это говорят все кинематографисты, так же, как и если кино очень талантливое, но сделано с такой злой, жестокой основой, да, внутри, это тоже может разрушить мир и привнести что-то очень плохое. Может разрушить там, где было склеено, может, ну, это сила кино, и нам нужно это осознавать, это оружие. Но другое дело, что мы должны, как авторы, владеть всем арсеналом этого оружия, да. Первое — это наша нервная система, вся разбуженная, мы чувствительные, мы ощущаем, мы видим в мире образы, потому что разговаривать нужно со зрителем через образ. Тоже мы сегодня посмотрим ролики, и вы убедитесь на конкретных примерах о том, что когда вы даете очень умный закадровый текст, информационный, вы рассказываете, вот, ты не должен там быть одиноким, ты посмотри, оглянись вокруг себя, много друзей, кому-то хуже, чем... И заготавливаете такой длинный ролик, думая, что вы боретесь с проблемой одиночества, да, чтобы вот человек... Там, допустим, ну, я не знаю, я сейчас фантазирую, говорю с потолка, и, возможно, это ерунда, но никакой закадровый логический текст, который вы иллюстрируете потом просто кадрами, да, мы сегодня посмотрим такие примеры, ну, которые не достигают результата, именно потому что закадровый текст иллюстрируется кадрами, в нем нет образа, то есть масло масляное, как говорится, да, вы говорите это, показываете это же самое, и вот так вот через разум пытаетесь обратиться к зрителю, это не работает. Мы как творцы должны искать очень яркий образ, мы должны цеплять зрителя, мы должны задавать ему какую-то загадку, давать перевертыш потом, то есть зритель думает, что вот уже так все происходит, а потом вы раз разворачиваете так, что происходит вот этот эффект «ах, как, что?» или вот умиление, или шокирован он, или... И тогда вы прямо ему в сердце свою мысль под эту сурдинку запускаете. Ну, то есть это вот наши художественные приемы. Вот, и я думаю, что пора, наверное, нам посмотреть первый ролик, потому что всегда хорошо отталкиваться, да, от чего-то. Посмотрим сначала фильм, который нам прислали из Иркутска. Мы будем смотреть и профессионалов, и непрофессионалов, и детей, чтобы вы поняли, что как мало имеет значение на самом деле техника ваша, ваш возраст,
Те художественные средства, которыми вы пользуетесь, это может быть совсем примитивные, там есть вот дети сделали на рисунках. И как важно ваш вот этот посыл, ваша мысль, ваша душа и ваше вот то, что у вас внутри, да? Насколько это важнее, чем, конечно, хорошая камера — это инструмент, это поможет вам что-то сделать ярче, полнее, да, как-то выразить эффектней, может быть. Но она не заменит вам никогда то, что у вас в душе, да, творится. Поэтому в этом смысле вам нужно абсолютно прямо сейчас раскрепоститься и понять, что у вас есть все для того, чтобы снять хороший трехминутный фильм, если у вас есть вот это вот то, что болит, да, вот это вот ощущение, какое-то желание поговорить со зрителем, желание поговорить с единомышленниками, с аудиторией, с кем-то, изменить мир к лучшему. Вот у вас уже, значит, все есть. Вот. Посмотрим сначала фильм, прислан нам из Иркутска. Он профессионалом снят. Вот. И вы сейчас это увидите по картинке. Так, это не отключилось, Илья? Включено? Так, сейчас. Ну вот мы посмотрели первый ролик как пример, и что мы сразу можем поговорить о схеме, по которой построен социальный ролик. То есть тут есть, нашел режиссер образ, он профессионал, это видно, да, он знает уже, как обращаться с камерой, как работать с актерами. И получилось это все очень интересно, эмоционально. По структуре мы что видим? То есть он взял какую-то тему. Смотрите, никогда не берите тему, которая касается, например, каких-то внутренних процессов, происходящих внутри человека, то, на что нет однозначного ответа, да, вот о любви, какие-то вещи спорные. То есть вы никогда не сможете снять социальный ролик, внятный для зрителя, если это не какая-то понятная общечеловеческая вещь. Здоровье,
охрана внутреннего мира детей, не знаю, как сказать, защита детства, да, обращение с детьми, жестокость в семье, да, вот какие-то вот вещи касаются зависимости разных, то есть сейчас это алкоголь и наркомания и гаджеты, и вот я вам скажу, как человек, который сидит в отборочном, да, в этом, во всем процессе, что на тему гаджетов сейчас гораздо больше присылается роликов, чем на тему алкоголя. То есть настолько эта зависимость сейчас волнует людей больше. То есть насчет алкоголя, я не знаю, это просто единица, наверное. Наркомании, конечно, больше, но гаджеты очень много. И сегодня мы тоже посмотрим хорошие ролики на эту тему. То есть вам нужно взять какую-то вот эту общечеловеческую проблему, и наверняка она у вас такой и будет являться, да? Ну, потому что сколько присылают нам роликов, их обычно можно разложить на несколько категорий. Я не знаю такое, это очень редко бывает, и обычно это как раз фильмы, не попадающие ни в одну из категорий, которые смотришь и вообще не можешь понять, что хочет автор сказать. Ну, то есть это уже не к социальному ролику, скажем так, да, не к этому жанру. Это уже какие-то вещи, которым можно, скажем так, какой-то внутренний конфликт, да, который вы хотите осветить, о котором поговорить, из этого, может быть, можно сделать короткометражный фильм. Но в социальный ролик вы это никогда не впихнете. Это просто не тот жанр, в котором нужно. То есть запрета такого нет, но вы должны понимать, что вы этим жанром внутренние вот эти все проблемы, конфликты никогда не раскроете. И в социальном ролике есть еще такое правило негласное, и в основном это так происходит, за редким исключением, что в конце вот этой самой третьей частью, да, фильма, когда есть некое развитие, кульминация, и финалом является финальный титр. И очень часто такое бывает, что автор снял прекрасный ролик, а титр в конце совершенно неудачный. И он просто обесценивает весь фильм до того. Такое бывает. То есть надо очень четко сформулировать конечный ролик. Вот давайте, кстати, я сейчас пойду не по своей схеме, а мы сразу же посмотрим негативный вот этот пример, когда у нас перепутан слоган, и мы посмотрим Иванов, сейчас скажу, как его фамилия, Алексей Иванов, фильм «Зависимость», и вы там увидите, и я от вас хочу услышать обратную связь, как бы вы поменяли слоган этот, что бы вы сказали, какой бы финальный титр, да, и что в этом ролике вообще исправить, как же получится. Запускаю? Все, тишина. Начали. С чего все началось? Сколько себя помню, все время читал. А началось все лет в 6. Тогда в первый раз попробовал, и все. И сначала легкие сказки, потом русская классика. А теперь вот тащусь от Кинга. Ремарка. Извините. Друзья предложили мне штангу в 12 лет. И дальше пошло по нарастающей. 20 килограмм, 30, 50, 70. Сейчас мне 28. Я уже поднимаю штангу 180 килограмм за один подход. Родители говорят, что я очень изменился. Понимаете, музыка – моя зависимость. Еще в детстве, увидев в подземном переходе музыкантов, я имел неосторожность попробовать и взять в руки гитару. Она словно позволяет мне погрузиться в иной мир. Я иной раз по 10 раз на дню ее беру в руки. Хотела попробовать, что такое влог. Думала, ну побалуюсь немного и брошу. Записала первое видео, получилось вроде неплохо. Через неделю поняла, что хочу еще. В итоге дошла до Инстаграма, до Ютуба и Твиттера. Чувствую, что скоро дойду до Перископа. Все началось с театрального кружка. Казалось бы, невинное такое увлечение, но вскоре понял то, что я подсел. С каждым годом ролей и репетиций становилось все больше и больше. И я понял, что я уже не могу остановиться.
разных видах зависимости. Ну вот о каких разных? Вот о чем вы увидели сначала ролик до того, как последний кадр? Во-первых, в нем юмор есть, так? Да. Ну что? Как-то нет связи между юмором, который происходит в самом ролике, и титрами. Да, нету, как это... Подводки, как... Не об этом фильм, правильно был? Мостик, у него он не об этом нам рассказывал, что в финале показал, правильно? Ну, он должен был написать, что типа выбирайте хорошие зависимости, а не наркотики. Да. Что-то в этом духе. Там читать, заниматься спортом — это нормальная зависимость. Ну, то есть. Все верно. Вот вы, я же говорю, все эксперты, когда смотрят социальный ролик, вы все эксперты, вы все почувствовали то, что надо. И даже сформулировали очень точно. Просто, понимаете, автор, он очень часто залипает. То есть мы настолько погружаемся, нам и так кажется это уже понятным, а вот это мы скажем еще дополнительно, а что-то. И это мешает очень часто. То есть надо все-таки иногда получать и совет со стороны. Фокус-группа не всегда плоха. Что касается социального ролика, фокус-группа может быть очень как раз-таки уместна. Да, вы все правильно назвали. А ролик-то снят хорошо, и придуманы образы хорошие, артисты играют. Артисты молодцы. Ну, и вдруг, понимаете, и вот этот ролик поэтому не прошел выше, да, он дошел до полуфинала именно вот из-за вот этой ценности, да, какой-то художественной, о том, что автор, ну, если бы мы могли подсказывать и высылать обратно, и говорить, переделайте титр, мы бы, конечно, так и поступали, но, к сожалению, это условия конкурса, и мы не можем настолько подсказывать авторам, да, но мы можем сейчас, вот, когда у нас идет прямая трансляция, когда нас смотрят потенциальные участники, те уже, кто выслал работы. Из комментариев, из чата. Говорят, что надо было для сравнения показать наркомана в конце. Ну, это может быть художественный, как сказать. Ну, здесь, в этом ролике, это уже надо было тогда его немножко по-другому, другую драматургию строить, да? А мы сейчас говорим о том, как, сохранив драматургию, которую закладывал автор, хотя там есть один, да, персонаж такой, чуть-чуть сомнительный, вот это влогерша, да? Потому что у нас сейчас это тоже такой психологический для нас этот персонаж на грани все-таки зависимости, да, потому что в Инстаграм и так далее. Ну, по крайней мере, очень много есть социальных роликов, присланных на конкурс, о том, как люди зависимы от Инстаграма, от мнения окружающих, как у них жизнь на показ, да, совсем не такая, какая она в реальности. И это тоже одна из видов зависимости. Поэтому я бы, если вот о драматургии уже говорить, вмешиваться в то, что сделал автор, да, как вот нам советуют в чате, тогда я бы уже убрала эту девушку оттуда. Вот. Так что, ну вот, да, вот я очень рада, что вы начали обратную связь. Мы будем сейчас с вами смотреть дальше. Вот, и сейчас мы посмотрим еще один ролик о гаджетах, которые нам прислали из Краснодара Валерий Цыманович. Угу. Этот ролик дошел очень высоко не в прошлом году, а в позапрошлом году. И он был показан на Ленфильме.
общем, после некоторых роликов даже трудно начинать говорить, да, но у нас учебное сегодня занятие, поэтому ролик этот очень хороший, дошел высоко. Вот, и хотя мы видим, что он снят довольно простыми средствами. Ну, то есть там нет ничего такого, никакой не компьютерной графики. Это совершенно в бытовых условиях, да, история, которая для нас узнаваема, она нас берет сразу за душу, потому что мы видим это в окружающем мире, да, и она позволяет нам посмотреть с другой стороны. Это что такое? Издержки прямой трансляции. О чем я хочу с вами поговорить, да, если обращаться к структуре этого ролика. Вот здесь ролик хоть и имел титры в конце, да, какие-то сопроводительные, но вы мне скажите, он мог обойтись и без них? Да, мог. То есть там есть вот эта трехчастность, это редко, но бывает, это высший пилотаж, потому что все-таки социальный ролик — это прежде всего хорошее кино. Хотя социальные ролики бывают разные, но вот мы сейчас говорим про наш фестиваль. Ролики бывают и информационные, они бывают доносят какие-то информацию о новых событиях, да, которые хочется внедрить, о праздниках, о важности каких-то праздников. То есть социальный ролик — это настолько широкое понятие, но мы сейчас говорим только об определенной вот этой вот грани, да, о вот этих вот роликах, которые меняют понятие о мире, да, и заставляют нас измениться внутри, как людей. То есть мы сейчас не будем вообще говорить вот об этих информационных, да, и так далее. То есть нас вот это вот касается. А это уже маленькое кино, и это считается высший пилотаж среди даже кинематографистов. Потому что вот и Чехов говорил, да, что сокращайте роман до хорошего рассказа, и будет это лучше. Да. Взаимоотношения. То есть я бы, допустим, вообще бы фразу, то, что дети копируют детей, ну, родители, я бы убрала. Верно, да, она, мне согласна. Кажется, сюда слишком, ну, мне кажется, она излишняя. Вот примельчает, да. Проблему, то есть автор был шире, чем тот титр, который он дал в конце. Да, тоже вы видите, какие важные, да, вот эти все нюансы, чтобы, но тем не менее, вот вы должны тоже сейчас понимать, что если вас по-настоящему что-то волнует, то вокруг вас есть все художественные средства, у каждого есть телефон, у каждого есть знакомые, друзья, какая-то квартира, есть улица и так далее, и вы можете снять это в бытовых условиях. Главное вот эту историю придумать, прочувствовать, найти этот образ и его донести до зрителя. Так, сейчас посмотрим еще один фильм, и раз уж мы пошли вот по такой проблеме, давайте посмотрим фильм Артема Еркина, который называется «Зеркало», и прислали нам его с Камчатки. Вот. И хоть парень и прислал в категории непрофессионалы, но на самом деле у него, как у фотографа, очень большой опыт, и вы сейчас увидите это по картинке. То есть снято фотоаппараты, которые умеют снимать видео, композиции есть, все очень красиво, очень сделано. Но главное, найден образ. Сейчас посмотрим. Мою бутылку сунула, паскуда. Да какая бутылка, ты-то уже ребенком займись. Когда последний раз в школе-то был? Гад такой, сидишь на моей шее, тунеядец. Это вы на моей шее сидите. Да я работаю, работаю. Да рот, гад такой. А вы, не выпить, не пожрать. Телезрители, добро пожаловать на трансляцию чемпионата мира по скоростному спуску. На старте спортсмен, показавший лучшее время в квалификации, и это Семен Дружинин, это будущий чемпион. Его приветствуют зрители, и он машет им в ответ. До старта остается несколько секунд. Нервы на
вот, как вы понимаете... Уже можно, да? Да. Вот этот ролик тоже прошел очень высоко, тоже был показан на студии, получил призы, большие признания у публики. Просто я хочу вам еще раз проговорить, что у нас вот эта высочайшая цель, да, менять человека изнутри. И мы должны настраиваться на это, когда делаем свою работу. И это можно. Мы можем это сделать за 3 минуты. Вот так вот, как-то до мурашек, да, что-то взять и поменять к лучшему. И что хочется сказать, чтобы перестроить свой мозг и свое мышление на вот эту вот образность, вам нужно очень много наблюдать вокруг, наблюдать за тем, что происходит в жизни, потому что это все в окружающем мире. То есть вы должны вдруг стать настроенными на природу, которая существует каким-то определенным образом и вызывает определенное настроение, состояние, да, какое-то вот особенное небо, движение веток. Это тоже ваши инструменты. Какая-то погода, природа, это на вас работает. Какая-то обстановка, цвета вокруг, да, что они вызывают, что внутри. Потому что это как пазлы, из которых вы потом начинаете складывать вот этот фильм, да. Вы не можете вдруг прийти и... Атмосфера в кино строится из очень-очень многих частей. Интерьер, в нем маленькое пространство или большое, что за окном, какая музыка. То есть вы должны все время для себя давать вот эти ответы на вопросы, а что за ощущение сейчас, а что я по вот этому поводу, да, испытал, а как, а почему вот мне сейчас стало вдруг сердце защемило, я не знаю, а почему вот эти вот голуби, да, которые вот на снегу что-то там ковыряют, что это, как что, как, да, вот. И вдруг подумать, да, вот всюду жизнь, например, есть же картина, да, всюду жизнь, когда все голуби на каком-то заплеванном там полустанке, и вот это вы должны быть художниками, то есть это как, да. Вот мы сейчас посмотрели ролики, они все игровые, да. Ты сейчас говоришь про наблюдение, про вокруг, то есть можно снять документальный социальный ролик? Можно, в принципе, можно, но там все равно должен быть образ. Сейчас я вам покажу один... Ну, как сказать, вы же пользуетесь Извини. Пространством вокруг, конечно, то есть это ваши пазлы, вы из него складываете, но когда говорят документальный ролик, есть такая очень большая опасность сделать информационный ролик. Вот сейчас мы посмотрим видео как раз вот к этому вопросу, да, который классифицируется как документальный, там есть игровой кусочек, и снял его ребенок, кстати, этот ролик, сделал своими средствами, и вы сейчас поймете, где вот эта грань. То есть, когда мы совсем говорим о каком-то документальном, это обычно идет речь об информационном. Каждый год в России вырубается такое-то количество лесов, там, да, и мы иллюстрируем какими-то картинками. Но на самом деле это и проще, с одной, ну, в конкурсе далеко не уйдешь. Вас перебьют те, кто снимает с каким-то, да, с образной частью. Вот сейчас покажу вот этот неигровой. Ролик, который у нас сняла девочка, которая 15 лет, по-моему, 15 или 14 даже, девочка из Калининграда, и называется «Вода – источник жизни», этот ролик. Вы сейчас увидите, где вот эта вот грань. Так. Все живое на Земле не может существовать без воды. Есть в мире места, где вода на вес золота. Нам посчастливилось жить у великой реки Волги. Нужно всегда ценить это и помнить главное.
Ну вот видите, тут девочка нашла вот этот вот, да, образ, который вот с этой рыбкой, потому что без нее было бы уже не таким полным. Мы бы уже говорили об иллюстрации, да, некоторой, о том, что она просто под свой текст хороший, правильный и нужный подложила иллюстрации. Но она придумала еще вот эту картинку, которая нам и западает, которая в результате наше сердце-то и открывает, да, как ключик. И вдруг у нас понимание о том, что ты же можешь даже не знать, какие последствия имеет, да, вот это твое легкомыслие. Ну, то есть это и есть то, что может взломать вот это наше представление и вдруг заставить нас в следующий раз закрыть экран, к примеру, да. А если бы мы остановились только на информационной вот этой части, да, это было бы трогательно, как-то что-то, ну, так человек устроен, он очень быстро забывает то, что проходит к нему через мозг. И нам очень много, и вы сами знаете об этом, каждый день говорят, рассказывают, как правильно нужно себя вести, как правильно жить, что делать, как. Но пока это не проживется как-то изнутри, иногда бывает очень болезненный и долгий путь к этому, и огромный опыт, за который мы платим дорого. Но иногда фильм может нам дать прожить на вот такой короткой дистанции, иногда даже на трехминутной, какой-то такой опыт полезный и нужный нам в жизни, который нам, может быть, потом что-то не разрушит, да, жизнь близких, детей наших, а может быть, и вот в таком масштабе целый мир может наша капелька спасти, потому что по факту, в чем особенность социального ролика, что он обращается конкретно к сознанию зрителя, то есть мы меняем в себе что-то, мы всегда обращаемся, он социальный, почему? Вот ты можешь изменить, ты конкретно, не кто-то, не политики, не какие-то деятели, а это всегда обращение к тому, что лично я на своем месте могу сделать для того, чтобы этого не было. Ну вот так. Да. Смотрели несколько роликов, и в основном там какие-то негативные примеры, то есть нам показывают, как не надо. А вот на позитивной идее вообще, ну, реально построить ролик, ну, снять. Реально, его. Сейчас я покажу следующий ролик. Да, давайте посмотрим. Опять детки. И как раз хорошо вы посмотрите их художественные средства, да. Опять же, вы можете, даже не трогая людей окружающих, выстроить все на рисунках. И оно будет на позитивном примере. Так что очень здорово, что вы спросили об этом. Так, мы посмотрим ролик, который называется, который сняли у нас детки. «Мультчайка, помоги» называется ролик. «Мультчайка» — это... Помоги тому, кто слабее, потому что иногда ты то слабый, то сильный. Например, когда бабушка кормит птичек, она сильная, а когда она не может перейти дорогу, она слабая. Мальчик, когда помогал бабушке перейти дорогу, он был сильный, а когда не мог достать до вешалки, он был слабый. В нашем мультфильме круговорот добра в природе, и даже иногда птички могут помочь.
такой своеобразный ответ на вопрос. Да, но просто в чем причина того, что больше обычно на негативных примерах, да, роликов, это всегда так было, потому что проще вызвать эмоцию через какой-то вот такой вот конфликтную ситуацию, какую-то очень жесткую, это лежит на поверхности больше, да, то есть очень трудно нам чем-то хорошим взять и перевернуть, и сделать еще лучше. Это такие законы. Но если вам и это удастся, это вообще высший пилотаж, это все любят, потому что, конечно, это трудно, особенно вот когда отбор, и ты смотришь, иногда прямо уже под, ну, уже чувствуешь, что все, у тебя все переполнено, и тебе некуда уже складывать, но все равно это сложно, да, ты же эмоционально проживаешь каждый фильм. И тогда вот такие вот светлые ролики, которые построены именно на хорошем, на чем-то, на вот хороших примерах, они как глоток свежего воздуха. Но это бывает реже, именно связано вот с нашей психологией. Мы прежде всего замечаем в пространстве что-то негативное, и вы даже по себе, наверное, замечали, что, ну, посмотрел ты хороший фильм, ну, пришел, да, посмотрел, рассказал, может быть, друзьям, а рецензию обычно пишут на что-то плохое. То есть чтобы вот, и это очень видно вот в интернете, если залезешь, вот на негатив он легче просится на то, чтобы его вылить, чем что-то хорошее, прекрасное. Ты как-то это имеешь в виду, проживаешь себе внутри, и тебе этого хватает. А вот что-то вот такое вот тяжелое, плохое, какую-то критику, ее хочется вот выплеснуть и как-то выразить вовне. И вот это даже отражается на социальных роликах, к сожалению. Ну, они есть прекрасные, вы уже сегодня убедились, поэтому делайте. И на негативном, не сейчас это, ну, скажем, не берите себе во внимание, то возьмете такую вот планку. Нет, я через хорошее, как есть. Делайте как есть, как душа хочет. А сейчас мы посмотрим сразу же еще один фильм, где я вас попрошу найти драматургическую ошибку, и вы, конечно, ее сразу почувствуете сами, ну, чтобы вы ее озвучили вслух. Фильм очень хороший, прошел тоже высоко, но там есть такая вещь, которую нужно исправить, чтобы было еще лучше. Этот фильм называется «Мусор». Это на тему экологии. На тему экологии очень много тоже присылается роликов традиционно. Алексей Черепанов ее прислал, и это любитель, не профессионал. Снял ее на телефон, игровой ролик. Давайте посмотрим и сразу же смотрите, что бы вы исправили, что бы вы добавили. Это уже ближе к концу надо будет делать. Так, что, ставлю? Thank you.
Поехали домой! Так, скажите мне, что вам понравилось, а что бы вы поменяли? Немного, чтобы вот смысл, может быть, вы что-то такое уловили. Только про смысл, про содержание или про... Про что угодно. Там в некоторых моментах очень явные склейки монтажные, прям какой-то мигающий. О, как вы копнули, ну ладно, это же не профессионал. Ну, хорошо, да, ладно. Угу. По содержанию именно, по драматургии. Потому что, конечно, там где-то композиция, но это на самые простые средства снято на... И парень не профессионал. Но именно и мы сейчас вот говорим, да, о структуре самого ролика. И вот что бы вы поменяли... Немножко подсократить, он немножечко затянут. И я бы, наверное, с каждым разом... Он выносил один мешок, а у него появилось два, потом три. Что, он, ну, что мы засоряем как бы, все больше и больше свой дом. В чате люди тут предлагают... Говорят, мусор уехал, а человек остался. Мусор уехал. Музыку предлагают поменять. Ага, так, интересно. Так, с музыкой там разные. Вот у нас были члены жюри, которым музыка прямо потрясающе нравилась. И даже вот Виктор Иванович Бутурлин отдельно отметил эту музыку, сказал, как замечательно она сюда легла, прям вот на наш характер. Так что это уже... То есть я что хочу сказать, это все настолько субъективно, и вы должны это понимать, что... На свое чутье опираться вам тоже никто не отменял, потому что вы никогда не снимете стопроцентно нравящийся всем ролик. Всегда найдется тот, у кого, во-первых, другая система мышления, другой образный какой-то ряд, другое внутреннее наполнение, да, и он просто не считает то, что вы туда закладывали. Это нормально. То есть есть какие-то объективные вещи драматургические, которые вот мы сейчас говорим, да, которые ну, нужно просто знать и структуру эту собирать. А есть такие вещи, которые... Называется «Всем не угодишь». И просто ваш ролик может не дойти, потому что у человека человеку некуда это сложить. У него просто нет места для вашего ролика, поэтому он ему не откликнулся. Такое бывает тоже. И где-то это и музыка, кому-то повеселее, кому-то помрачнее, кому-то надо и так далее. И всегда найдутся и такие рекомендации. Тут вам нужно уже когда-то принимать еще, ну, решение опираться на свое чутье. Вот. А если по драматургии? По идее, мусор в начале, который заявили, его бы тоже надо было забрать по логике вещей. Ну, на нем был сделан такой акцент, там и пакеты, сигареты, и все остальное. А, ну, если уж так, все забирать, хорошо. То его тоже. Да, что? Ну, там концовка, мне кажется, немножко непонятная, как будто-таки берегите мусор. Держите его при себе. Он ему говорит, поехали домой, ну чего ты? И я прям, знаете, я расчувствовалась, вот как будто это не мусор, а щенок. Он пытался, и он, ладно, все домой давай. Ну вот это уже ближе к делу, почему? Потому что мы не можем дома оставлять весь мусор, это тоже не выход. Ну то есть что значит поехали домой? Ну то есть что это? Мы теперь не должны выносить мусор? То есть это как бы проблема заявлена, но решение не найдено. А если бы даже мы взяли какой-то простой такой вариант о том, что дом для мусора это свалка, ну так, да, сейчас на самой поверхности, к примеру, не будем думать о проблеме ликвидации свалок, вообще что такое свалка, да, да, потому что это отдельная проблема, но заявить о том, что у мусора есть свой дом, и это не природа, да, каким-то образом... Это можно было сформулировать, потому что сейчас получается, что, ну, будь человеком, не выноси мусор из дома. И дома. Да, складывай. Ну, то есть, и представляете, как важно последние вот эти вот, да, последние фразы, последний слоган, насколько вот всегда это тоже держите в голове при создании своего ролика. Должно быть очень конкретно, очень доходчиво, чтобы не оставалось никаких вариантов о том, что вы предлагаете. Вот. Технический, да. Под авторских
прав. Очень много чего прозвучало там. Ну, вот это самогонщики, король лев и так далее. Да. Если ты снимаешь социальный ролик с социальной направленностью, с тебя снимаются любые ограничения на использование ничего других объектов авторского права. Ну, то есть, если это где-то демонстрируется. Или нужно брать разрешение, получать вот все-все-все. Просто человек получил у авторов музыки для самогонщиков разрешение на использование в своем ролике. Конкретно в этом я в документы не могу сейчас залезть, да, там у нас как-то прописано, я вот не знаю, этим занимается другой специалист, но у нас как-то в договоре прописано, что ответственность лежит на авторах, да, но вообще присылают очень многие, заключают договор, иногда на какую-то музыку получить разрешение не так сложно, как вам кажется. Очень многие дают безвозмездно, очень многие ради вашей гуманной идеи, ну, спросить надо. Это не отменяет того, что спросить надо, то есть априори ваши ощущения, ну, я же собираюсь сделать мир лучше, поэтому возьму я, что им жалко, это тут не работает. Вам нужно действительно спросить разрешение, и зачастую это не так сложно. Бывает как. Вот, поэтому... Ну, не просто спросить, а получить письменное разрешение. Да, письменное, да, письменное. Нотариус или просто форма какая-то? Слушайте, ну вот тут я вам не подскажу, может быть, вот это Василий... Письменная форма вполне устроит всех. То есть на самом деле вы, когда это разрешение получаете, вы, собственно говоря, должны... иметь возможность в суде доказать, если вдруг возникнут какие-то претензии, что вы действовали правомерно и разрешение вами было получено. Таким образом, вы предъявляете те доказательства того, что автор вам это право дал, да? Соответственно, договор, написанный и подписанный им собственноручно, уже является... Если он начнет заявлять, что он его не подписывал, да, то есть графическая экспертиза, то есть, ну, это уже вопрос как бы производственный. То есть договор, подписанный... в простой письменной форме у нас является юридически значимым, это вполне работает. Так, сейчас посмотрим еще один ролик с большой внутри ошибкой, хотя парень очень талантливый, вы это увидите. У него есть образное мышление, он нашел такие вещи, которые на уровне ощущений нас продирают, то есть они начинают взламывать наши эмоции уже на этапе того, как он подобрал вот эти образы, вы сейчас это увидите. Но там есть одна очень грубая драматургическая ошибка, которую нам надо всем избегать, и о которой мы поговорим сразу после просмотра ролика. Вы его смотрите с целью того, чтобы сформулировать, да, как, что, на каком этапе, в какой момент начало вас путать, что происходило с вами, как со зрителем. Помните, мы все эксперты. Мы посмотрим сейчас фильм... Так, у меня есть для него кодовое название, чуть его не сказала, который называется «Глупец». Андреев. Запускаю.
Так, ну что вы скажете? Сразу две темы затронули. Вместо одной. Верно, вот вы сходу прям назвали самую главную ошибку, да? Да? Да, именно начинают путать зрителя. Не нужно брать сразу, нельзя объять необъятное. Это разные совершенно темы. Хотя они обе очень острые. Доведение до самоубийства, наркомания, вот эти группы, в которых... Но вы не можете в ролике сказать все. Это... Вам нужно выбрать что-то одно и снять на эту тему полнее, потому что иначе у зрителя начинает растекаться внимание, он не тратит свою энергию на то, чтобы понять, а что происходит, а зачем ему следить, а что сейчас. У него начинает силы идти не туда. То есть вот этот вектор, который вы заложили, да, мощный, он вдруг начинает на ручейки делиться, все вам путает, и вот этого в конце катарсиса нужного вам не случается. И здесь как раз вот, несмотря на то, что парень очень талантливый, это было прислано к конкурсу как раз вот Арт Таврида, да, который приглашали вот как раз в высшую школу режиссеров и сценаристов как спикеров, да, и давать мастер-классы. Вот один из мастер-классов был мой, где мне нужно было как раз провести конкурс социальных роликов, снятых специально для этого мероприятия. И там даже был грант, по которому победительница учится в нашей киношколе. И, кстати говоря, у нас есть еще такой студент Алексей Угожаев, да? Сергей Угожаев, да, Сергей Угожаев, который 2 года присылал и не проходил дальше полуфинала никуда. Свои работы присылал на «Ты не один», а там же победитель получает грант обучения, да, в школе. И вот он, да, он присылал видеоработы и не проходил никуда. А в прошлом году прислал как сценарий свой, то есть там же есть номинация, как сценаристу можно прислать, и выиграл грант на обучение, и сейчас учится. Ну, то есть это к тому, что надо пробовать, пытаться, разные средства свои, себя не терять, не ронять, думать о себе хорошо, расти через свои ошибки над собой и не падать духом. Ну, то есть такие вот истории тоже есть. У нас есть люди, которые не прошли через «Ты не один» и прошли через Арт Тавриду, например. То есть они отслеживали, где будет вот этот грант, и через Арт Тавриду получили. Ну, то есть это тоже такой момент. А это же много денег сэкономить можно. Да. Да. А что нужно для того, чтобы отправить свою работу на конкурс? Нужно найти адрес фестиваля и отправить свою работу на конкурс с анкетой. Ну, документы-то никакие. Там нужно заполнить анкету. Вообще на сайте киношколы есть заявка. То есть там есть вот эта вот вся форма, которой вы должны воспользоваться. И она очень-очень простая. Там прямо вот по пунктам, что от вас требуется. И если вы уж совсем будете так взволнованы, что потеряетесь даже в такой простой форме, там есть на сайте телефон, вы можете позвонить. И вам всегда ответят на этот вопрос, потому что мы действительно рады и всех очень ждем любые попытки. И вы даже не представляете, иногда автор настолько низкого мнения о своем творении, то есть он настолько пребывает в ощущении, это мы встречали такое не раз, и это поразительно. У меня ничего не понятно, я что-то, такое неверие, да, в свой результат. А потом экспертная комиссия смотрит и говорит, боже, как это искренне, как это прекрасно, как это... Потому что там есть вот... Ну, то есть не всегда вы можете оценить по достоинству свою работу. Такие тоже бывают варианты. Шлите, за спрос никто денег не берет, как говорится. Это вам используйте все шансы, просто посылайте и все. Будет. И, по крайней мере, вы используете этот шанс. Вот. Это что касается того, как подаваться на конкурс. Вот, есть у вас еще какие-то вопросы? Задавайте, обязательно спрашивайте, потому что сейчас вот. Mm-hmm. Как-то один раз я была на курсах по сценарному мастерству, и сказали, что всегда минус будет у того ролика, у которого, ну, знаете, мистер очевидность. Вот как быть с очевидностью? Потому что, ну, сценарий всего 12 известных, как говорится, сюжетов, они делятся, их всего 36. Вот как быть здесь, чтобы избежать эту очевидность? Да, ну что имеется в виду под очевидностью, когда зритель, начав смотреть ваше кино, совершенно точно знает, чем оно закончится. А в середине он поймет. Ну, в середине тоже перевертыш, смотря что вы имеете в виду под серединой. То есть, если в середине вы вдруг опрокидываете ситуацию, и зритель понимает, что он думал так,
а теперь вдруг все повернулось по-другому, это одно. А если она предсказуемая в середине становится? Но по-другому рассказывать. Ну, значит, вы ее развивали, в середине зрителю уже стало понятно, и к концу так все и разрешилось. Ну, то есть, если я правильно имею в виду, да, такой ролик правильно поняла. Да, такой ролик может иметь. Он может, но он не пройдет далеко, потому что это и называется вот эта очевидность, да, то есть вы не нашли образ, а вы начинаете говорить, там, черное это плохо, черное это плохо, ну вот видите, как черное это плохо. Ну, тут нету, вы ничем зрителя не зацепили, вы ничем его не поразили, вы ничем, у вас не было ключа, которым вы вдруг открыли его эмоции. То есть, понимаете, он сидит и... Вы на ту же полочку кладете пирожок, ну и сложили там что-то, что было, что не было. То есть нету, а вот чтобы вам получить вот эту эмоциональную, то, к чему мы стремимся, да, вот этот какой-то переворот, вам нужно предложить какую-то загадку, которую зритель вдруг разгадал неожиданно для себя, или какой-то вот этот крючок, который его зацепил и потянул, и к чему-то его привел, какой-то парадокс, который его вдруг... заставил, да, посмотреть по-другому. Только такой вариант. И это и есть творчество, потому что по итогу вы же хотите что получить? Чтобы зритель был ваш на тарелочке. И тогда нужно каким-то образом с его эмоциями обращаться. Это и есть вот эта наша задача как художника, уметь управлять эмоциями зрителя. Еще один вопрос. А ролик может быть меньше, чем 3 минуты? Меньше может быть, он может быть 1 минуту, даже 40 секунд. У нас есть сейчас, учится на гранте, на игровой режиссуре Роман Синицын, вот, к сожалению, мы этот ролик не зарядили, он победил с 1-минутной работой. И она потрясающая, там все есть, там не убавить, не прибавить. Больше 3 минут не надо, потому что сам формат требует краткости, то есть вы начинаете заплывать уже, одно да потому говорить на самом деле, не замечая того. Или рассусоливать там, где надо прижать монтажно, да? Больше 3 минут никогда не делайте, это не нужно никому. Редко это бывает, когда вот один раз был у нас случай, когда нам было жалко ролик, и прям даже было непонятно, что из него вырезать. Когда шло о семейном, как бы подростки говорили о семье, да, об отношениях с родителями. И там было выстроено таким образом на интервью, как подростки проживают свою боль, и как мы взрослые за это ответственны, да, иногда мы, думая только о себе, забываем о своих детях. И как они это проживая, вот чувствуя эту боль, делают для себя выводы на всю жизнь. И вот там вот это было вот на таких коротких исповедях построено. И в конце приведено, мы все рыдали просто, все администрации, когда смотрели, и жюри тоже. И мы уже думали, боже мой, как это приткнуть, и куда, как это показать. Но если ты один раз нарушишь формат, ты потом уже не можешь объяснить другим людям, да, как... что почему ты не берешь их работу. Ну, то есть мы так и не поняли, как это показать, потому что фильм был прекрасный. Но там уже немножечко это вышло вот за жанр социального ролика и стало уже каким-то, вот какой-то исповедью, да, интервью. Ну, может быть, есть какие-то другие фестивали, куда может прислать, а девочка — это такой же подросток. Ну, конечно, там были кто-то, видно, из педагогов, потому что с ней это было очень хорошо, кто помогал. Но она собрала своих друзей в лагере детском, и сняла вот такой вот ролик о подростковых вот этих вот проблемах. И это было очень сильно, и до мурашек. Но вот мы не смогли никуда приткнуть, потому что формат есть формат. Вот. Но там вот прям хотелось оставить всю эту длину, там около 5 минут аж это было. Но это уже трудно назвать социальным роликом, понимаете? С чата есть комментарий о том, что короткая информация зачастую лучше воспринимается, и, в общем-то, тренд идет к тому, что все... Компактно, да. И ясно. Да, да, вы вот кто... С первых кадров как-то заинтересовало. Да, кто написал это, вы абсолютно правы. И именно поэтому вот этот тренд на социальные ролики, он набирает обороты, и поэтому именно вот фестиваль «Ты не один» принимает огромное количество работ. Каждый день мы принимаем эти ролики. И поддержано это фондом президентских грантов, потому что есть потребность. У зрителей есть потребность, есть спрос на такие ролики. И вот именно у нас сейчас так... устроен мозг и само вот это информационное пространство, интернет-пространство, да, что мы смотрим с телефонов, с каких-то гаджетов, и нам уже все труднее смотреть такие формы крупные, как какой-нибудь Андрей Рублев на большом экране, потому что уже восприятие, да,
сжимается, у нас уже ненадолго хватает просто, чтобы вот так вот объять вот такие вот крупные формы художественные. К сожалению, так, да, ну вот, да, правда. Поэтому трехминутный фильм, это сейчас имеет очень большую популярность. И еще раз повторю, вот, что на самом деле это высший пилотаж, это очень тяжело потом снять хороший социальный ролик, потому что на более длинной дистанции у вас есть больше времени для того, чтобы так, эдак, иначе зрителю рассказать о том, что вы, что вы представляете, как-то вести его, привести в конце, да, к какому-то вот какой-то эмоции. Здесь вам нужно то же самое сделать за очень короткое время. Вот. Так что, если есть еще у кого какие вопросы, да. А стали ролик можно носить мотивационный характер? Конечно. Не бойся что-то делать, там все будет хорошо, какие-то такие банальные вещи. Обязательно. Да, мотивационный, вы можете к чему-то призывать, вы можете от чего-то предостерегать, вы можете информировать, да, о чем-то. Это все формы социального ролика, конечно. Да, 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 да. Очень даже. У кого еще какие вопросы? Может быть, в чате. Сценарием есть какие-то, не знаю, формы, просто разные, же привыкли к разным вариантам. И как считается хронометраж сценария? Вот это хороший вопрос, потому что у нас принимается на конкурс в определенной форме сценарий, потому что очень часто, не зная, как пишется правильно сценарий, пишут в такой свободной форме, что там черт голову сломит, и не понимаешь, как это судить. У нас на сайте как раз вот Высшей школы режиссеров-сценаристов в разделе, где о конкурсе «Ты не один», висит пример так называемого американского формата сценария. Он еще иначе называется международный формат, где вы, прописывая диалоги в определенной форме, вот прям там, если вы заглянете, то вы увидите там ничего сложного, очень просто. Если вы по этой форме начнете писать, то у вас одна страница будет равна всегда одной минуте. Да. И это закон как-то получается. Я сама до сих пор не знаю, но оно почему-то так. Одна страница, одна минута, да, так есть. И поэтому вы, если вы именно сценарий свой подаете, всегда за этим следите, что у вас должно быть не более трех страниц. Какие еще вопросы у вас? Эмоции, впечатления, пожелания, может быть. Что-то в чате там есть еще такого? Все прощается? Нами. Ну вот я надеюсь, что вам было как-то полезно, что-то вам, может быть, с какой-то стороны снова открылось. Со своей стороны мы всегда готовы тоже ответить на ваши вопросы, потому что мы на самом деле очень горим этим фестивалем. И для меня это такой любимый процесс мною, когда ты открываешь вот эти работы ваши, которые присылаются со всех уголков. У нас всероссийский фестиваль. И описано, что только граждане России могут принимать участие, но в итоге шлют все равно со всего мира, и это очень интересно. Я не знаю, я бы ввела какую-то вот отдельную, но это уже вопрос будущего, смотреть, как живут, вот, что чувствуют, о чем думают в других странах мира люди. Ну, это тоже любопытно. Но вот пока у нас всероссийские, нам и этого хватает наших. Но это каждый раз, каждый фильм — это такой портрет художника, портрет автора, портрет чьей-то души. Чьей-то души, которая о чем-то болит, которая о чем-то куда-то рвется, хочет что-то улучшить, хочет людям раскрыть что-то новое, к чему-то их призвать прекрасному. И когда это получается у художника, боже мой, это такие мурашки, мы все такие счастливые сидим, смотрим. И иногда очень трудно выбрать, кто же пройдет финал, потому что работ столько бывает сильных, искренних. Вот. Единственное, что бывает жалко, когда вот какие-то вот мелкие, досадные ошибки портят структуру, да, вот эту цельную. Поэтому следите, пожалуйста, и не делайте тех ошибок, самых простейших, о которых мы сегодня говорили, которые мы сегодня разобрали. И все, и действуйте, творите, и все будет хорошо. Я спасибо. Посмотрите эти работы победителей. Работы победителей. Так, вот что-то выложено. Мы выкладываем, да, их на сайте какие-то, под какими-то рубриками. Ну вот у нас сейчас стоит вопрос о хранилище, чтобы было по годам. Ну, на это нужно отдельное и мыслительный, и финансовый процесс, и технический. И надеюсь, мы это осилим, потому что, конечно, вот такой вот банк короткометражек, вот этих прекрасных, хочется иметь. Но вот очень часто мы показываем их по запросу во всяких
организациях, то есть нас приглашают на Химовское училище, к примеру, да, мы там, ну, какие-то детские учреждения, ну, потому что это нужно действительно, и должно быть такое какое-то хранилище, где может любой человек открыть, посмотреть, особенно если он так хочет, стремиться, для чего что тогда снималось, конечно. Поэтому мы над этим думаем, и как-то мы это упорядочим, и, может быть, даже к следующему году, да, будем это иметь. А показывать их на телевидении, это уже вообще супер. Ну да, но это такой сложный формат, это уже вопрос к телевидению, да, как вот этой вещательной сетке, как это оформлять, это же тоже нужно как-то комментировать, это какую-то передачу надо под это. Ну, то есть это уже вопрос к руководству телевидения. Ну, интернет больше. Ну, смотрят YouTube больше, чем да, телевизор. Да, да. Ну, по телевизору, я думаю, есть какие-то тоже свои категории зрителей. И пока непонятно, это, ну, должна быть какая-то у канала идея, да? Про смешные видео уже что-то было такое? Про всякие приколы? Ну, и сам себе режиссер сейчас очень нравится. Ну, да, да. Это какой-то, видимо, тоже попытка. Можно было что-то и с социальными такой фильмами. Но это уже вопрос к каналу, к политике. Тут, не знаю, мы будем пока своими силами это делать. Спасибо большое. Спасибо всем, кто пришел вживую. Это приятно, потому что я бы без вас не справилась. Глаза, вопросы живые, это важно. И спасибо тем, кто следил и в чате писал. Это тоже очень как-то трогательно, знает, что у вас там по ту сторону тоже какое-то да, количество говорят, людей. Спасибо, было интересно. О чем переживают за границей? О чем переживают за границей? У нас был один иностранный гражданин, который пришел на фестивале, это была трансляция чемпионата мира, пришел какой-то португалец. И он сказал, потом у него брали интервью на выходе, он сказал: я единственное не понял, почему русские так не ценят свою страну, и почему они так не любят говорить о том, какая она прекрасная. Вот это о том, что за границей думают о наших зрителях. Это единственное, что я могу вам сказать сейчас на эту тему. Спасибо большое, все. Можно еще последний момент? Вот сейчас работы принимаются еще. Да, да, принимаются, конечно. Да, принимаются, да. И финал у нас состоится вот этого конкурса. И финал у нас будет в апреле 23 числа, 23 в киноцентре Ленфильм. А сколько работ нужно прислать? Присылайте сколько угодно. Ну, главное, вы их так. А если сами. Я, например, я сценарист, а у меня ребенок мой, режиссер. Как вот быть? Можно, да? То есть Нет, ну ребенок, если ваш ребенок как режиссер, вы высылаете. А я сценарий написала. Да, как бы, ну, если он действительно там делает, мы это видим всегда. Но делает ребенок или. Да. Конечно, тогда он в категории детей может посылать. Подросток тоже в категории до 18 лет. То есть 8, да. Честно пишем, кто сценарист, кто режиссер, да, и вот оценивают кого. Группу? Нет, режиссер всегда подается. У нас там есть несколько видов, когда подаются группы. Это у нас МФЦ, да. Подождите. Значит, у нас есть, да, у нас есть несколько категорий. Значит, первая категория — это любители, вторая категория — это профессионалы. Это как автор подается. А есть, когда группы подаются. Я продолжаю. Да. Третье, значит, детские коллективы. Да. Потом взрослые коллективы. Вот. И это всегда, если это детский коллектив, подается от руководителя, взрослый от руководителя. Если это любитель или профессионал, то это подается от режиссера. Автор ролика, режиссер. Да, если режиссер, вы хотите режиссер. Податься как сценарист, то вы просто присылаете бумажный сценарий. Да, ну, в смысле, не в бумажном, то в электронном. То есть в ролике не оценивается не операторская сценарист, работа, отдельно никто. Режиссер. Оценивается только режиссерская работа. Да. То есть да. Он оценивает. Потому что это малая форма, и там всегда автор имеет решающее значение. То есть судить там, начинать свет, актерскую игру, ну, это невозможно. Поэтому у нас всегда подает режиссер, и он же получает. А если он это пришлет как режиссер, а я это как сценарист, но уже можете другой. Прислать, ну, можете разбить. Можно, да. Можете, конечно, да, можете. Потому что сценарий можно реализовать плохо, и вы это понимаете. Да. Это может случиться. Ну, то есть может быть очень хороший литературный сценарий, и по нему совершенно неудачный ролик. Такое запросто на каждом шагу и в большом кино в том числе. Поэтому спасибо за ваши вопросы. Все, спасибо большое.